Алло всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня отпуск. Встала рано утром. Вышла на улицу, чуть не упала. А у нас идет град. У нас такая плохая погода. Ну, сказали, Партага будет, что плохая погода. Аж на град шел. Град, солнышко, град, солнышко выходит. Это катастрофа. Но у нас первый раз такое. Я говорю, на Пасху в прошлом году вообще тепло было. Поехала, закупилась я курс. Везде, конечно, много народу. В Русский съездила. Вот, на той неделе приходили рекламы, что там будет, ну, немножко ангиботы в этом, на мясо. Купила мясо и говядину, и такую. Ну, что-то не почувствовала я там ангибота. Вот, вот Рики здесь уже. Сейчас вам просто так скажу образно, сколько что стоит. Отдала я за это 67 ойров за все. И за русский магазин, и за Лидл, потому что по пути заезжала в Лидл. Сейчас вам полностью скажу, как бы образно, сколько что стоит, потому что я знаю, что некоторым интересно, что люди сравнивают цену. Сейчас я вам покажу все. Так, вот я заезжала в русском. Что я вам покажу с русского магазина? Это рулет домашний. Я его часто беру. Так, подождите, тут 200 грамм. Сколько он стоил? Он стоил почти 3 ойра. Потом колбаса эта польская, мы ее тоже часто берем. Так, сколько она стоила? Она стоила 4,35. Тут 4 ойра 35 центов. Тут у нас 458 грамм. Считайте, 5 килограмм. Ой, 5 ойров. Потом вот эти, по-моему, ойра 35 стоили в русском магазине. Вот это 1 ойра стоило. И потом семечки ойра 35. Но мы часто их берем, если подороже. Но мы брали, извините меня, подороже. Но они вообще не вкусные. Там, где волк нарисован. Нам вообще не понравилось. Потом, что я еще брала? В русском еще же я там что-то брала. Сгущенку вот эту вот. Она ойра 49. А была по 99 центов. Была по ойра 10 центов. Но мы берем, что пожирней. Это в русском тоже магазине я брала. Потом... Что я еще в русском взяла? Вот эти вот ойра 99, это огурцы. 2 ойра. Огурцы с помидорами. Вот сюда поставим их. Что там еще с русского магазина? Что я тут еще взяла? Сейчас я вам покажу. Ой, какой снег идет, посмотрите. Это катастрофа. Сегодня 6 апреля, а у нас такой снег идет. Обещали, что завтра после обеда уже будет потепление. В четверг будет 16 градусов, в пятницу 17. И пошло-поехало. И будет хорошая температура. Потом. Так, не будем отвлекаться. Так, вот это вот говядина. Как всегда, я опять набрала. Хотя у меня есть полный холодильник. Но думаю, ну раз ангибот, я еще куплю. Короче, здесь я вам скажу, сколько здесь грамм. Здесь 800 грамм. 800 грамм. 14 стоит. То есть 800 грамм. Потом тут тоже. Тоже говядина. Посмотрите. 806 грамм здесь. 806 грамм, и вытянуло у меня на 3,70, а стоило килограмм 4,58. Вот. Мясо у нас дорогое. Вот. Тут у меня, ну, это я всегда покупаю ребрышки. Короче, сколько у меня тут грамм? Нет, могу понять. 300 грамм, что ли? И вытянула у меня ойра 50. Потом, как всегда,
ягоду эту. 2,59. Это в Лидле. Клубнику. Хочу сегодня тортик сделать. Коржи у меня уже готовые в холодильнике. Я вчера подготовилась. Потом, это с Лидла, да? Вот это вот мандаринчики. Потому что я каждую неделю по два раза покупаю свежие обст. Как сказать вам? Ну да, обст. Это фрукты. Тут, сейчас я вам скажу, сколько здесь. Так, 1 кило. 1 килограмм у нас стоит 2 ойра 39. Это с Лидла. Так, дальше. Как в Казахстане, ну в России раньше такая колбаса была копченая. Здесь вот эта колбаса стоит ойра 99. 2 ойра, считайте. Здесь 150 грамм. Так, это или 89, или 79. Уже не помню. Вот это по ойра 10. Потом ойра 69, это на хлеб все. Шинкин это ойра почти стоит. Ну тут мало грамм, я беру, нет-нет, на салат всегда. А так я беру копченую, там за два ойра мне очень нравится. А, вот еще в русском магазине я взяла колбасу. Тоже на салат. Так, сколько на стол? 3 ойра, по-моему. Сколько здесь грамм? Не буду точно говорить. 400 грамм. Потом булочки я взяла, потом хлеб, как всегда. Это, по-моему, помидоры по ойра 15. Я их очень люблю. Не то, что там есть и на развес, но я всегда такое покупаю. Потом это 2 ойра с лишним, это шпицы, это острые, как болгарский перец, как вам сказать. 2 ойра и 30 с лишним, там центов... Это гемишт, это микс, 500 грамм, это полкилограмма винограду. Так, сюда ставим, значит, вот сюда все. Я 2 пачки взяла, чтобы 10 раз не ездить в магазин. Так, потом что еще? Конфеты, они в Ангеботе были 2 ойра. Потом твикс, 2 с лишним был ойра. Потом... Это я не помню, тоже 2, где-то так вот с копейками было. Потом, ой, сколько же моцарелла стоит. Это тоже на салат. И так, собачка моя очень любит моцареллу. Вот она. Потом маскарпоне. Или ойра 39, или ойра 59. Тоже не помню, но она была в Ангеботе. Потом, что еще? Это райс, это рис шоколадный. Ну, я часто детям беру. Что еще? Сейчас сюда положим, чтобы ничего не мешало. И будем варить борщ, а потом будем делать торт. Так, это молоко. 89 центов, по-моему. Сколько же это стоило? Вот этот вот. Он не был в Ангеботе. Это я... Подождите, даже не помню. Не взяла свою любимую. Я люблю с черной ягодой. Вот этот вот йогурт. Потом вот такой вот йогурт. Потом салфетки. Я всегда я вытираю ими все. И кафель, и все на свете. Очень их люблю. А потом... А, вот еще. Сколько же они стоили в русском, я тоже... Или ойра 39, или ойра 59, вафельки. А это наши, какая, немецкие вафли. Я люблю с трубочками. Потом, а, это я вам говорила. Муку тоже купила. Я ее тоже люблю. Сахар. Потом что еще? Ну так, вроде бы еще, а это посуду мыть. Я обычно другим пользуюсь, но той не было. Я вот взяла вот эту вот, потом, ну, тоже Zaft, сок вот этот, я его часто тоже беру. Что еще? Капуста была, ойра 99 у нас килограмм. Ну, ее обычно уценяют, но в этот раз я попала и так захотелось борща. Потом ойра 49 масла.
Но я тоже часто беру Альпен масло. Она стоит почти 2 евро. Потом, этот я так на хлеб мазать. Не помню, тоже у евро 59, что ли, центов стоило. Евро и 59 центов. Это еврочка стоила зубы чистить. А потом, что еще такое показать? Ну, все вроде бы. Этот я не помню, сколько я это... сколько стоило. Вот. Большое спасибо вам за просмотр. А, огурец еще. 69 центов. 2 недели назад стоило 99 центов. Ойра одно стоило почти. Вот. Хочу с вами попрощаться. Большое спасибо за просмотр. Вот. Буду делать тортик. Буду снимать видео. Как я вам говорила, я уже коржи спекла. Обыкновенные коржи. Просто добавила туда мед. Я скажу вам рецепт. И буду сегодня делать со сливок и добавлю туда маскарпоне. Всем пока. До новых встреч. Большое спасибо вам, что вы меня смотрите. Чус!